57-летняя Деми Мур воссоединилась со своими дочерьми. 31-летняя Румер, 28-летняя Скаут и 25-летняя Талула навестили свою звездную маму. Актриса и ее наследницы по этому случаю надели одинаковые уютные домашние костюмы. Они сделали ставку на черный цвет. Вся семья позировала в толстовках и брюках в спортивном стиле из кашемира. «Я их так сильно люблю, и мне удалось уговорить их одеться в одинаковые кашемировые наряды, чтобы мы провели весь день как танцевальная группа», – написала Румер в Инстаграм. Девушки выглядели стильно и в то же время по-домашнему. Старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса призналась, что наряды обошлись им в круглую сумму. На всех четверых стоимость кашемировых костюмов составила почти $3000. Голливудская дива недавно призналась, что она 3 года не общалась с младшими дочерьми. Это произошло после разрыва с Эштоном Катчером. Девочкам не понравилось поведение звездной мамы. Недавно Деми Мур призналась, что ее шокировала внезапная смерть идеального любовника. В своих мемуарах актриса рассказала, что ее в возрасте 15 лет изнасиловал владелец ночного клуба. Ранее она заявила, что в ночь перед свадьбой занималась сексом с другим мужчиной.